Внимание! Данное видео может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, алкоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды, нецензурные выражения и брань. Поэтому оно не предназначено для просмотра детьми и лицами с неуравновешенной нервной системой. Всем привет, с вами Готика и с вами Сократ. Не пожалей царского лайка, подпишись на канал, подпишись на группу, следи за новостями, все ссылки в описании. A few moments later. Погнали со мной наверх. А где тёлка? Я бухаю. Пошли. Да, я с женой хочу время провести еще. Да нахера, ты вчера проводил. Нас больше. А ты откуда в курсе, что он с ней время проводил? Так, я свечку же держал. Он тогда минут через пять зайдет. Есть Андрей, он Андрюша, есть Алексей, он Алёша, есть Дилшот, он кто, ёпта? А как это девушка тебя называет? Дилдашот какой-нибудь. Дилдашот? Хорошо. It was at this moment that he knew he fucked up. Прости. Сорян. Сейчас будет вообще четко. Хватит тебя глаза. Лёх, посмотри. Твои как? Пошли. Вот там всем можно. Там всем что-то. Что со мной? Что это за фигня? Все, идите, нападайте на цель. Он с нами хочет, чел. Ну, повестка не пришла. Суть ролика вот какая. Во-первых, сними этот шлем. Ну-ка, снимай шлем. Не, это тоже убей. Не, лучше одень. Ладно, одень шлем. Ладно. Так, вы готовы? Во, отлично. Сейчас, значит, бравые солдаты. Просто съемка началась. Все, я иду. Я иду, и вы идете. Странно на меня. Давайте, идите, вот, иди. Вот. Это Влад, он твой пилот. Ты его шкура, запомни. Ты шкура Влада. Вот, блядь, конкурс, кто больше отложит. Нормально. Я сейчас басуру приду, короче. А вот без таких подробностей вообще вариант. Я тебя сфоткать могу. Потом на стрим еще пригласить. Так а что ты тупишь-то? Возьми, установи Дискорд на мобильник и иди сразу в мобильник. Демонстрация экрана. В режиме онлайн, да, показывай. Может, на Ютубе я тебе стрим просто запущу. Как нет, давай, Твич, сейчас позовем народ еще. Донат один раз показывай. Сейчас я тоже это сделаю. Я имею в виду запущу раз. Это же вдвоем можно? Что это? В кого я превратился? Все, много. Без подавания давай. Что? Слышь, магазин опять. Приземление. Супергеройское приземление. Закачайтесь. Куда вы тут встали? Покорректнее, пожалуйста, общайтесь. Плани. Нахуй иди. Почему? Ай. Он накопил просто. Ты убил тёлку. Теперь ты тёлка. Давайте друг друга, кстати, то. Ты
Стойте, не врежьтесь! Если бы мне ускорение прибавить, то как-то бы тоже. Так. Бля, отъебать, блядь. Ты даже сделал, как у меня. Нихуя. Что происходит? Поворот проебал. Но у меня короткие эти волосы. А ты можешь спинку назад прогнуть? It was at this moment that he knew. He fucked up. Кстати, а насчет порчи это я серьезно. Я, да? Нет, просто я медработник, так что я могу. А то отвалится пипирка в ненужное время, и все. Ты че, уролог, что ли? Ну почти. Почти уролог, это кто? Это гинеколог. Ну почти, я говорю, близко. Был такой прикольный сериал, назывался «Два с половиной человека». Ну, слезай. Вот это что за хейтинг было? Ой-ой-ой, сейчас, походу, кому-то лицо будет болеть. Ой, ой. Не перекрашивай, наоборот, а сначала серебряный. Не перекрашивай. Заебал, не перекрашивай. Ну, сделать его розовым, иди нахуй, не перекрашивай. Вот как раз розовый. Чё с тобой? Да вы... О, мультик. Чанс, я сажусь с вами. Да мы уже все, мы на контакте. Не, еще разочек. Я на видео.